Всем привет! Продолжаем наше путешествие по Турции. В прошлом обзоре мы вам показали наш путь из Москвы в Турцию. Рассказали о нашем отеле. В этом обзоре мы погуляем и полетаем по Алании. Посетим несколько ресторанчиков в городе. Походим по золотому песочку пляжа Клеопатра. А куда вы идете? Мы сейчас в город собрались. Масочку одели. Перчатки нужны? Ну, взяли с собой на всякий случай. Нашли обменник прямо рядом с нашим отелем. Поменяем доллары. Пойдем тратить. Пойдем тратить. Зашли на 5 минут. Ну, что тебе с этим делать? А что у вас там? Да там все. Майки, свитера, толстовки, куртки. Это вы девушке свои купили? Это девушка мне купила. Красиво здесь? Очень. Еще хотелось бы, чтобы работали фонтаны, но почему-то не работают. Ну, время уже. Днем, наверное, работают. А может быть, из-за карантина? Все закрыто. Время только 8. И людей нет. Уже почти никто не гуляет. Работающее кафе, в такое время все остальные закрыты, и даже заказали горячую еду. Сейчас ее ждем, а нам будет удобно. Такое ощущение, что они вот все это закрыли, да? Да, ну чтобы не видно было. Мы принесли салат, большой турецкий чай, я говорила, что принесли, и ждем что-то типа шаурмы. Блин, порции-то не маленькие. Да, кстати, я когда спрашивала, какая порция, сказали, на одного человека, небольшая. Ну... ну как тебе? Мне очень понравилось. Мы были очень голодные, и нас накормили. Накормили очень сытно, очень вкусно. Вот на выходе с нашего отеля магазин продуктовый. Он уже закрыт. А сколько время? Без 15:09 вечера. Называется туристический район. Сейчас время не 6 утра. А сколько? 3 часа дня. Все правильно. Пустота такая. Смотри, какая тишина. Изредка машины ездят. Там милиция сзади. Давай затеряемся в толпе. Да, куда прятаться? Вот зато можно клипы снимать какие угодно. Да, и не платить за то, чтобы освобождать улицу. Никогда. Потому что единичные люди, они тут и пешком ходят, и на велосипедах ездят, и машины тоже. Но массово, да, все закрыто. Ну, такое ощущение, что они очень ответственно подходят в общем. Безусловно, да. Нам дали код для передвижения между городами. Вот код о том, что у тебя нет ковида. Ты имеешь право ездить в общественном транспорте. Он действует в течение года и делается уже по прибытию непосредственно на территорию Турции. Вот у нас они есть, мы их записали, носим с собой, предъявлять либо на автовокзале, либо в другом каком-то транспорте. И все, нам никак не удается поесть еду из ларёчка.
Вчера мы пропустили 6 вечера, когда они были закрыты. Сегодня закрыты вообще все. И мы опять не купили достаточно еды для того, чтобы взять с собой отель. Мы молодцы. Мы приехали в Аланию. Попросили руководство города Алании, чтобы они предоставили нам возможность поснимать спокойно. Вот они очистили город. Перекрыли все движение. Закрыли все магазины, чтобы мы не отвлекались на шопинг. А снимали город. Ура! Мы нашли еду. Мы сейчас прошли достаточно далеко и нашли вот пока только один магазин работающий, продуктовый. Поэтому со спугой пошли и купили еды. А до скольки он работает? Он работает до 5 часов, везде расклеены объявления. Вот. Я думаю, что нам даже сейчас повезло, что мы взяли еду и не будем голодать до понедельника. Влада в Москве будет вспоминать резину. Бранч, гранада. Ага. Так, ты себе оранж просила? Ты же хотел мне гранаты. Я думаю, тебе надо снять еще 10 кадров, пока я все не выпью. Не, подожди, все выпью. Мы пришли на пляж Клеопатра. Мы пришли на фуникулер, чтобы поехать на обзорную площадку. Все закрыто, фуникулер не работает. Ну, здесь такая красота, здесь так классно, здесь такое лето. В общем, сейчас мы тут будем гулять и пойдем обязательно к морю. Я, конечно, ожидала, что будет тепло. Но не до такой степени. Ну что, полезем? А куда? Ну туда, на гору. Нет. А почему? Ну там, посмотри, какая крутая тропа. Я боюсь. Я хочу купаться. А воду потрогала? Воду потрогала? Тепло? Нет, воду не трогала, но очень хочется. Там, наверное, можно на четвереньках проходить. Ну, пещера Али-Бабы. Тут, наверное, золото, бриллианты. Ой, слушай, как красиво. Отсюда нельзя спасать? Крепость, видите? В следующем нашем обзоре мы продолжим гулять по городу. Покажем вам набережную рядом со знаменитой крепостью. Ну и о самой крепости расскажем и обязательно покажем. Смотрите нас, путешествуйте с нами, с каналом «Счастливы в путешествиях». Всем пока!